Здравствуйте, на телеканале Десна ТВ новости, в студии Олег Соловьев. Сегодня в выпуске. Глава Десногорска обсудил новые меры по противодействию вандализму и порче городского имущества. Там сломан металл, даже не сварка. Сварка как стояла, швы, так и стоят. Вот специально даже закупаем оборудование для того, чтобы оно было вандалоустойчиво. Эстетично, практично, но и, соответственно, красиво. Но вот такие вещи, соответственно, у нас происходят. Десногорскому энергетическому колледжу исполнилось 40 лет. Неизменным остается только одно. Это понятие профессионализма и высокой квалификации рабочего человека. Это неизменно и это не подкупает. В Смоленской области вводятся дополнительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На основании новых рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области губернатор Алексей Островский внес изменения в указ от 18 марта 2020 года. Так, 7 октября массовые мероприятия запрещены для лиц старше 65 лет. Запрещено нахождение зрителей при проведении культурных и спортивных мероприятий. Ношение масок в магазинах и транспорте обязательно. Напомню, в Десногорске организации культуры и досуга прекратили свою работу 7 октября. Данные меры будут действовать до особого распоряжения. Случаи вандализма последнего времени в Десногорске заставляют пересмотреть нынешнее лояльное отношение к этому явлению. Возможности предотвращения и наказания актов порчи городского имущества обсудили 7 октября на внеочередном заседании в городской администрации. Там сломан металл, даже не сварка. Сварка как стояла, швы, так и стоят. Вот специально даже закупаем оборудование для того, чтобы оно было вандалоустойчиво. И эстетично, практично, но и, соответственно, красиво. Ну, такие вещи, соответственно, у нас происходят. Безответственное пользование городской инфраструктурой или ее намеренная порча. Такое может и должно быть наказано. Методы воздействия на нерадивых горожан обсудили представители городских служб совместно с главой Десногорска. Ставка делается на эффективное взаимодействие службы ГУЧС и полиции при поддержке системы «Безопасный город», которая функционирует в Десногорске уже более 2 лет. 2021 год мы будем готовить, скажем так, презентацию для участия в конкурсе Росэнергоатома на развитие системы. Соответственно, проработаем вместе совместно с полицией, значит, количество камер и точки их размещения. Помимо большего числа камер, а в Десногорске их уже более 60, будет обновлено и программное обеспечение, сделав систему видеонаблюдения уникальной для такого небольшого города. В следующем году поставим систему распознавания лиц, программное обеспечение. Человек просто идет, там система срабатывает. Если человек подпрыгнул, он уже срабатывает как в другом направлении. Там поднимается на какую-то высоту, там в третьем направлении. Тем самым Десногорск будет 24 часа 7 дней в неделю находиться под пристальным вниманием видеокамер и диспетчера, который и будет принимать решение о вызове полиции к месту происшествия, а дальше последствия за свои поступки. Со стороны правового поля здесь у нас ложится плоскость административной комиссии. Да, у нас есть факты выявленных, установленных правонарушений. То, что у нас зафиксировано документально, это рассматривается на административной комиссии, и люди, соответственно, привлекаются в установленном законном порядке. Десногорск готов идти по пути развития своей инфраструктуры. Но отсутствие дисциплины некоторых горожан – это принципиальная преграда, которую необходимо также принципиально преодолевать. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. У Десногорского энергетического колледжа юбилей. Открыв свои двери в 1980 году, учебное заведение и сегодня остается востребованным и современным. 40-летие этой успешной деятельности отметили 2 октября в Центре культуры и молодежной политики. 7 июля 1980 года в Десногорске открылось профессионально-техническое училище номер 27. И 27 человек рабочих профессий позже стали первыми выпускниками. Ныне Десногорский энергетический колледж все так же подготавливает квалифицированные кадры, реагируя на меняющиеся профессиональные стандарты. Неизменным остается только одно. Это понятие профессионализма и высокой квалификации рабочего человека. Это неизменно и это неподкупаемо.
Век цифровой экономики, спрос на рабочие кадры и соответствующее образование все так же остается стабильным. Это обусловлено как потребностью местных предприятий, так и экономики региона и страны в целом. Наш колледж работает, готовит действительно высококвалифицированных, высококлассных специалистов, которые работают не только на предприятиях города Десногорска, но и в Москве, и в других городах нашей большой страны. Юбилей – это и подведение итогов прошедших лет. Профессиональные результаты сотрудников колледжа были отмечены благодарственными письмами за труд и заслуги в сфере образования, развитие системы образования области и в целом за добросовестную работу. Пусть ваш колледж процветает и с каждым годом выпускает умных, способных, талантливых, образованных, целеустремленных, настойчивых и смелых будущих специалистов. Торжественная часть вечера была продолжена выступлением городских творческих коллективов. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 9 октября в Десногорске пасмурно и дождливо. Днем плюс 14, ночью до 10 тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.